приехала. Да. Посмотрим, что с ценами происходит. Корзину, картонку и маленькую собачонку. Народу много, будет день. Помидором что-то прям цены огонь. Не знаю, черри, наверное. Огурцы вот такие вот взяла. $29. Или таких пластиков взять пару штук. Авокадо 70 рублей стало. Пиздец. Вот это возьму что-то для салата. Капуста пекинская 160 рублей килограмм. Пиздец. Народу это хрище. Так, сельдерей стал по 100 рублей. Поставка израильская. 22.02. Сколько тут грамм? 100 граммах, смотрите, стали сумму в граммах ставить. А хека я возьму, тем более смотрите, есть, видите, 20% скидка. Хека я возьму, рублей 250-300 стоит, наверное. Скумбрия, патус. Как-то на рыбу ажиотажа нету. Минтайва по скидке. Вон и курицу, хумус взяла. А сейчас взяла ролл. Поесть аж 2 часа. Так, все, пошли дальше. Масло 128, 129 стало стоить. Тут смесь что ли взять со скидкой. 8 овощей. Гавайскую возьмем. 56 цены. 57 округляем. Ну, каких-нибудь шпинат. Шпинат я не люблю замороженный. Капусту. Брокколи. Ну, возьму, да, брокколи. И возьму цветную капусту. По 37 стал от творога. Сметана надо. Народ больше там в группах, в молочке. Почти никого нет. 65. Папа ягодка 5.
знаю. Давайте. Возьму вот эту. Она, в принципе, нормальная, неплохая. 15% по скидке. Тесто. Да, тесто можно взять. Облепиха, кстати, 99 рублей, 300 грамм. Это тесто возьму. Ну, типа ничего не хотела набирать, но... Гречу, да, да, посмотрим сейчас с вами. Где там наша греча? Какая у нас там ситуация по грече? Макароны. Скидкой. Надо брать. Все в порядке. Греча есть. Так, что мне еще зубную пасту надо? А вы мне, простите, не слышала. Все, едем на кассу. Цветочки. Мне до цветочков. Так, ну что, купила. Вот сумка. Что-то видим. Ну, это же на 3000. Фу, спарилась. А я же, блин, в футболке. Ну что, маршрут у людей один. Магазин, банк. Банк, магазин. Ну, понятное дело. Все понятно с этим вопросом. Так, а мне бы еще, конечно, деньги положить на Тиньковский банкомат. Я же все равно квартиру оплачивать там, без налогов. Не знаю, где тут банкомат сейчас. Ну ладно, короче, в любом случае сейчас еду в Леруа Мерлен. Ну, тоже один днем больше, одним меньше уже. Если что, завтра доеду в Бронице, деньги положу. Хотя сейчас все что угодно может быть. Ну, короче, девочки, вот такие вот дела. Все, дальше еду уже в Леруа Мерлен. Заказ уже собрали. Ну, надо, блин. Надо собраться и все, что можно доделать, доделать. Понятно, что, блин, непонятно, что будет завтра. Но отвлечься надо, поэтому буду отвлекать себя этими делами. Все.